Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 47-й серии турецкого сериала «Ветреный холм». Ранее нам показывают, как Халил привез Зайнеп в особняк. Мужчина на руках заносит ее в комнату и говорит: «Немедленно позвоните доктору». Когда Зайнеп приходит в сознание, она говорит: «Я не хочу вас беспокоить». Халил берет девушку за плечи и отвечает ей: «Проблем нет». А Зайнеп с благодарностью смотрит Халилю в глаза. Новая сцена показывает нам, как Зайнеп лежит в постели, а к ней пришли мать и сестра. Мать говорит: «Это произошло из-за Халиля, не так ли?» Но Зайнеп отвечает: «Он заботился обо мне всю ночь. Халил всю ночь ждал у моей кровати». Когда на следующий день Халиль приходит к Зайнеп в комнату, то мужчина говорит: «Я был несправедлив к тебе. Ты хороший человек, Зайнеп». Нам показывают, как Зайнеп уже стала намного лучше. И при встрече с Халилем она говорит: «Я хочу поговорить с тобой». Халил говорит девушке: «Я не хочу, чтобы ты больше заботилась о моей сестре». Зайнеп смотрит на Халиля и говорит ему: «Я тебя не понимаю. То ты один, то ты другой. Я не могу понять, кто ты, Халиль». И когда Халил выходит из комнаты, девушка говорит ему: «Надеюсь, я тебя больше никогда не увижу». Премьера 47-й серии турецкого сериала «Ветреный холм» состоится 5 марта.